Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Распятие. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, сест сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.